Всем привет! Если у вас есть собака, вы наверняка пытались ее дрессировать. Но это не так-то просто. Поэтому начинаем кинологическое просвещение. Итак, начинаем дрессировать собаку только когда у вас хорошее настроение. Я же тебе сказала сидеть! Да что ты меня не слушаешь? Да что за собака? Стоять, я тебе говорю. Дунечка, Дунечка, ну скажи, пожалуйста, голос. Ну, Дунечка, голос. Ну, радуга, гав. Гав. Супер. Всегда берите с собой на дрессировку любимую игрушку вашей собаки или вкусняшку, чтобы за каждое правильное действие вознаградить вашу собаку. И обязательно следите за своим голосом. Он должен быть радостным, как будто бы ваша собака только что нашла коробку киндер-сюрпризов. Лежать. Сидеть. Лежать. Стоять. Большинство команд учатся наведением. То есть вы берете вкусняшку, подносите под нос собаки и потом правильными действиями вынуждаете ее принять нужное положение. Правильно? Хорошо. Это команда лежать. Это команда сидеть. После каждого правильного выполнения собачка обманула. Стоять. Хорошо. Лежать. Да, молодец. Сидеть. Хорошо. Дай лапу. Дай другую. Умница моя хорошая. Если вы только начали учить новую команду, не стоит повторять ее очень много раз. Если собачка не понимает с первого раза, помогите ей аккуратно, механически. Назад. Иди сюда. Ну-ка быстро иди сюда. Возвращайся. Назад. Назад, говорю. Назад. Назад. Да, хорошо, назад. Назад. Молодец, собака моя хорошая. Давайте подытожим все сказанное. Чтобы дрессировка была в радость вам и вашей собаке, вы должны быть в хорошем настроении. Вам нужно хвалить собаку за каждое правильное ее действие и не забывать кормить вкусняшками. А также учим иногда собаку небольшим наведением или помогаем ей механически, аккуратно, ручками, поглаживаниями, похлопываниями. И тогда у вас точно все получится.